Здравствуйте, море. Ай, браво. Будь умничкой, ладно? Хороший. Хороший. Вот молодец. У, лапища какие. Ой, лапища. Ой, лапища, лапища. Ой. Ой. Доброго времени суток, дорогие друзья, гости канала, подписчики. Ну вот и закончилось лето. Сегодня 1 сентября. И вот дождь, ливень прошел с утра сильный. До сих пор еще идет дождик. Ребят, вы сейчас просмотрите видео. Последние дни лета. Последние события летние. И мы с Чаком поедем в Рим. У нас там очень срочное дело. Сейчас мы вам расскажем быстренько, в двух словах. А история, ребята, следующая. Таечка была вот в таком небольшом путешествии со своим мужем по Италии. И сняла немного и для вас видео, предпоследнее, которое вы видели. Это благодаря ей. Приехав домой, Тая случайно, так получилось, сломала ногу прямо дома, подскользнулась, упала. Ну что это за ребенок, ребят? Вот куда он пошел? Куда ты пошел? Я рассказываю ребятам, ты пошел. Все, сейчас извозюкается. Ну вот, ребят, упала дома. Банальное такое падение. Сломала ногу. И вот уже больше месяца она в гипсе. Снимают гипс 5 числа в понедельник. И я поэтому еду, чтобы быть с ней, помочь ей. Ну и заодно немного посмотрим на Рим. Чак едет со мной. Иначе на кого я его оставлю? Так что, ребята, вас ждет поездка в Рим. Иди сюда, несчастье мое. Иди, идем. Понял, что там нигде не пробраться. Ну и куда ты ходил? Чак, стой. А ну сядь, сидеть, покажем глазик. Сядь, сидеть, Чак. Покажи глазик. Ну, ребят, посмотрите на глазик. Посмотрите. Уже проходит, но очень медленно, очень медленно. Ну так медленно, что просто зла не хватает. Так что, ребяточки, едем в Рим. Попробуем вам что-то заснять, показать. Чака в Риме еще не было, и меня. Чак! Я в Риме была, но только в консульство ездила. А так в городе я не была. Вон они, уточки. По-прежнему я беляша не видела. Ну, возможно, сейчас вода прибавится. Кстати, видите, как река наполнилась? Как бурлит вода грязная, с гор сбегает. Сейчас она наполнится. Все реки итальянские сейчас наполнятся. Чак, стоп, не пойдем туда. Нет. Тоже, видите, ребят, как зарос берег. Вот. Все, ребяточки, приятного просмотра последнего видео летнего. И уже когда поедем в Рим, начнется серия уже осенних видео. Все, всем пока. Пока-пока, приятного просмотра. Да, Чакушка? Скажи всем пока. Пока, ребятки! Ставьте лайки! Пока-пока! Пока! Жум! Мы с Чакушкой, как и другие дни, другие вечера, ездим на виллу Катулео, дать ему покушать, попить.
А еще кролики и куры у нас тоже на нашем попечении. Сеньор Сандро уже возвращается, то есть нам осталось сегодня и завтра. И все, наша миссия будет закончена. Как вы видите, солнце у нас вот в такой дымке, облака набегают, такие тучи. И сказали, что на выходные... Чаки, на выходные будет дождик. Знаешь ты, Чаки, эй, сюда смотри. Ну, а мы едем к коту Лео. Хоть последние разы, может, сегодня и завтра. Поснимаю, может, еще и завтра, если сегодня все не сниму. И немножко покажу вам, как там кот Лео. Пойдем, может быть, повезет увидеть Лео. Быть может, он гуляет. Пойдем, Чак. Давай, ты знаешь, куда идти. Заходи. Сейчас Чак сделает проверки. Ну, а нам тоже надо посмотреть, все ли в порядке, все ли закрыто. Никто не залазил. Да. Не очень, конечно, смешно, потому что воры в эту пору есть в момент отпусков. Чаки, идем. Нам к Лео сначала. Так, смотрим Лео. И Лео не видим. Ага, Чак сел в туалет. Потом уберем. Так, то он обычно сидел вот там наверху, на большом вон том окне. Лео! Так, или вот здесь он сидит. У него здесь лежаночка вон есть. Пока тихо. Ой, как распушились. Красота. Так, тут надо аккуратно, чтобы он еще и Чака не покалечил. А то может атаковать. Так. Не вижу я Лео нигде. Видать, он охотится. Зато я вижу яблоки, ребята, зимние. Смотрите, молоденькая яблонька. Вот такие вот яблочки. Ладно, но мы сейчас зайдем к Лео. Посмотрим, все ли у него есть из еды. Так, Лео нету. Так, еда
съедено. Сейчас мы дадим ему, добавим мокрый корм. Вот влажный. И все. Будет в порядке. Вот у него тут запасы. Чаки, сейчас мы Лео положим. Не положим. Да, да, накладем сейчас. Да. Свежей еды. Вот такая консервочка. Чак с удовольствием бы сейчас тоже поел. Нет, Чак, это не тебе. Чак, нет. Чаки, нет. Нет. Пошли вперед. Это Лео будет кушать. Это не тебе. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас пойдем к кроликам и курочкам. Вот, инжир еще есть. Вот, так как сеньора Сандро нет, его некому собирать. Ну, а мы идем к курочкам, к зайчикам, к кроликам. Чак уже знает. Чак уже знает, где там заяц выбегается. Тут вот такой небольшой огород. Но, конечно, особо ничего тут уже нет. Пойдем, Чаки. Вот. Ну и вот здесь у нас курочки, зайчики. Три малыша. Один большой зайчик. А, они уже все спрятались. Уже все и куры тоже спрятались. Сейчас я зайду. Вот уже один зайчик. Чак, смотри, зайчик. Смотри, зайчик. Видишь, зайчик? Нельзя, не заходи. Нет, нельзя, ты его напугаешь. Видишь, какой малыш. Вот такой маленький он. Нельзя трогать. Вот они, курочки. Малые, да? Раз. А, вон. А, 3, 4. И петушок. Ага. Ну, не переживайте, я вас... Ой, вот он, зайчик маленький. Ой, ну ладно. Я не буду вас это беспокоить. Спокойно. Мне надо это, досыпать еды кроликам. Кролику. Вот тут все организовано, ребят, смотрите. Корм для кур, корм для кроликов. Сейчас мы им добавим. Вот сено свежее. Чакино, нельзя. Нельзя. Ой. Кто там лает? Кто там лает? Ой, кто там? Мама, мама, кто это тут? Нельзя, нет. Хочешь зайти, нельзя. Ты что? Заходить нельзя тебе, Чак. А, он зайчика видит. Вот зайчик. Нельзя, Чак, и нет. Какой хороший. Какой хороший. Ну, разорались все. Ух ты, Чаки, Чаки, Чаки. Вар, давай. Ой, ой, зайчики, спрячьте все. Ой, ой, господи. Боже. А куда делся зайчик? А зайчики устроили нору. Вот здесь под курятником нора. И они туда укрываются. Поехали, поехали домой, пошли. То есть не домой, нам еще к Пипе ехать. Вперед, садись. Чаки, идем. Вперед, вперед. Давай, 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 давай. Жарко тебе, да? Все, ребят, едем к Пипе.
Яму, пипи. Яму, браво. Lei se piove, oggi è brutto tempo, ma guarda, Benedetta, se piove lei ha la sua casina, eh? Stai tranquilla. Pipi, andiamo? Vedi? Pipi, brava! Benedetta, la Pipi alle prese con Tea e Tokai. Pipi, Pipi, andiamo amore! Pipina, Pipi! Adesso quando lei è fuori è innamorata, brava amore, fatti vedere dalla tua mamma che è qua, Pipì, Pipì. Сегодня у нас последний раз мы поливаем, кормим животных. Ой, кого я вижу? Ребят, ну вот и Лео. Вон он. Вон он. Лео! Уже увидел Чака. Чак, конечно, его не заметит. Лео, мы тебе кушать сейчас дадим. Лео. О, как он за Чаком наблюдает. Ох, видит, видит уже Чака. Ну ничего, сейчас мы ему дадим еды. И со спокойной совестью поедем. У нас сегодня в обеденное время был большой ливень. Природа прям чистая, омытая. Красота. Ой, воздух какой шикарный, свежий. Просто. И сразу травка, посмотрите. Сразу травочка чувствует. Просто пойдет сейчас сразу. Сейчас посмотрим, если Лео не убежит. А ты тут не пройдешь. Леокс! Море. Лео, как ты тут? Мяу. А мы пришли тебя покормить, котик. Кушать хочешь? А вон Чак. Чакушка, сюда нельзя. А то котик испугается. Но Лео уже знает. О-о-о. Смотрите, смотрите, как смотрит. Смотрите. Где там Лео? Ой, где там Чаки? Лео, где там Чаки? Где там Чаки? Где там Чаки? Смотри, где Чаки. Смотрите, ребят. Нифига. Лео, где Чаки? В общем, Лео это такой кот. Ничего не боится. Мы пойдем тебе кушать положим. Покладем. Накладем. Все время ошибаюсь. Лео, не бойся. Лео, киска. Ой, ты красивый, киска. Ну ладно, молодец. Не бойся, Лео. Не переживай. Ну ладно, ребята, он все равно не подойдет сюда. Знаю, что здесь Чак. Ой, Чак. Где Лео? Где котик? Чак. Кися, 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 смотри, кися там. Там кися, да? Где кися, Чаки? Где кися, Чаки? Кися, кися. Вон там кися, смотри. Вон кисюнька. Иди, иди туда. Иди, где, где кися? Иди туда. Проходи. Во-во-во-во-во. Уи-уи-уи-уи. Напугал Лео. Все, убежал он. Иди. Молодец. Где Лео, Лео? Лео, Лео, Лео. Кс-кс-кс-кс-кс. Все, конечно, убежал. Ладно, Чак, все, идем. Сейчас кушать дадим свежей еды. Да, Чак? Где там Леон дом? Лео дом. Вот он, домик Лео. Да, кушать нету у него. Сейчас дадим. Да чего же умный кот? Вот, занял такую позицию. Откуда ему хорошо видно Чака. И затаился. Лео, да не переживай. Иди покушай, мы уже там тебе наклали. Иди. В общем, ребяточки, заканчиваем мы поездки сюда. На
на виллу к сеньору Сандро кормить животных. Сейчас еще посмотрю на кроликов, все ли там в порядке. Ребята, вот курочка, вот что-то она тут сидит и меня хочет клювать. Может, она на яичках сидит? Ой-ё. Чаки, нельзя. Ой, ребята, посмотрите, что здесь. Ой, ой, ребята. Господи, ребят, так там же уже цыпленок. Посмотрите, цыпленочек. Посмотрите. Один. Вот такая девочка. Все, не буду тебя трогать. Моя, вот моя маленькая. Не бойся, не буду. Не буду. Не-не-не-не-не-не. Сядь хорошо, сядь. Хорошо, сядь. Вот так. Все. Ребята, приехала Пипи. Пипи приехала. Подожди, сейчас открою дверь. Пипуська. Кто приехал? Открывай двери. Давай, сама открывай. Ты умеешь открывать. Давай. Опа. Опли. Ай. Пипи. Сядь так, Пип. А ну покажись. Ой, чистенькая. Мама намыла Бенни. Бенни накупала Пипи, воняла Пипи. После пансиона грязная была. А теперь чистенькая девочка. Привет, мой зайчик. Я соскучилась. А ты соскучилась? А ты, Вонючка, соскучилась, ты, Вонючка? Похудела, что ли? Бип, Пипочка, ты похудела? Немножко, да? Похудела собака. Вот хорошо, дома. Нос подертый. Ты что, дралась, Пип? Ты дралась, что ли, с другими? Ну, видно, что покупали. Смотрите, ребят, надо ее чесать. О, шерсть сыпется. И сыпется шерсть у меня, Лена. Ой, моя зайка меня лизит. Мой котик меня лизит, да? Ну, слава богу, дома. Все хорошо, да? Все хорошо, Пипа? Ну да, все хорошо. Молодец. Опля. Строители тоже вернулись. Снимают леса. Так что сейчас строители возьмутся тоже за работу. И будут возводить стены. Так что, ребята, завтра уже 1 сентября. Сегодня последний день лета, скажем так. Ну вот, Пипулька дома. Чемоданы приехали. Работа приехала. Стирки, уборки.